Ребятки, всех приветствую на своем канале ICO стартапов и криптовалют. И в сегодняшнем видео хочу рассказать о таком проекте под названием Debitum Network. Официальный сайт данного проекта находится перед вами. Теперь давайте я вам расскажу, чем же занимается данный проект и поговорим о его преимуществах. А итак, давайте начнем. Debitum Network является прекрасной возможностью для небольшого бизнеса решить вопрос кредитования, который сейчас весьма актуален. Известно, что банки с осторожностью относятся к маленьким предприятиям, поэтому представители малого бизнеса почти не имеют шанса проявить себя на рынке. Debitum Network знает, как помочь таким предпринимателям получить необходимое финансовое обеспечение без посредников. Главное – это создать независимую, надежную, открытую систему кредитования небольших компаний. Таким образом, на блокчейне эфириума появилась современная международная платформа для субсидирования малых и средних предприятий, минуя многочисленных посредников. Данная платформа имеет свою внутреннюю сеть, сеть Debitum. Итак, давайте немножечко о ней поговорим. Предоставление займа означает доверие и его механизмы, такие как залог, репутация, выражение количественного и страх наказания. Зародившись в уже хорошо зарекомендовавших себя сообществом, данный проект воспринимает существующую культуру коммерческого транса как должное. Данный проект редко сомневается в ее основах и рассматривает количественные изменения расходов на преодоление факторов, препятствующих заключению сделки в бизнесе. Используя транса на базе решения блокчейн сети Debitum обеспечивает необходимое доверие для всех контрагентов, особенно инвесторов, для работы непосредственно в самой экосистеме. Цель сети Debitum – объединить заемщиков и тех, кто помогает им подавать заявки на получение финансирования, инвесторов, оценщиков рисков, специалистов по проверке документов, страховщиков и так далее. Компании и отдельные специалисты, которые работают в пространстве альтернативных финансов, могут бесплатно подключаться к сети и немедленно начинать работу по облегчению трансграничных сделок. Сеть Debitum Network создана в виде гибридной платформы. Все действия обрабатываются через блокчейн эфириума, что делает сеть Debitum безопасной и не поддающейся вредностному воздействию инфраструктурой. Она состоит из смарт-контрактов, созданных на блокчейне эфириума, обеспечиваемых внутренними способами оплаты. Экономика токенов Debitum. Данная платформа имеет свой внутренний токен DEB. Чем больше займов обрабатываешь через сеть Debitum, тем больше требуется токенов DEB. Поскольку всем поставщикам услуг нужно зарезервировать некоторое количество токенов DEB, их предложение является ограниченным. В мире криптовалют увеличение стоимости токена часто свидетельствует о быстром развитии компании. С учетом использования токена DEB в течение срока его действия для каждого кредита общая сумма, необходимая для покупки токенов DEB, превзойдет общее предложение токенов на продажу и таким образом окажет повышающую воздействие цену токена DEB. Сеть Debitum решает проблему на сумму 2 триллионов долларов. Какие же три основных принципа работы данной платформы? Во-первых, это у нас децентрализованное глобальное сообщество. Второе, это у нас возможность обратной связи, то есть это у нас чаты, отзывы о предоставляемых услугах и заемщиках. И, наконец-таки, третье, это гибридный подход, сочетание криптовалюты и фиатных денег. Криптовалюта будет использоваться для внутреннего финансирования платформы, а все, что связано с долгом, можно будет оплачивать и получать в фиат-валюте. Примечательно то, что Debitum возникла не на пустом месте, а в основе ее уже лежит две существующих фирмы, которые уже довольно-таки показали себя хорошо на рынке и уже имеют очень большой доход. Во-первых, у нас первая фирма Atmos Debifa, это проект, созданный в 2015 году, является одним из ведущих альтернативных платформ финансирования. В 2016 году был удостоен премии финансовых услуг. Сумма оборота капитала составляет 25 миллионов евро. И, наконец-таки, вторая фирма – это у нас Intec. Это одна из самых инновационных IT-компаний в Северной Европе, которая обеспечивает высокое качество IT-услуг как для государственного, так и частного сектора. Довольно-таки неплохой проект, как мы можем видеть, что он возник не из пустого места, а уже стоит в основе двух хороших компаний. Так, сейчас перед вами находится у нас Roadmap, так называемая дорожная карта проекта. Это у нас все идет от создания данных компаний, то, что я говорил, Debifa, и у нас дальше еще одна наша компания, Intec, вот, и до признания ее мировым сообществом, как можно видеть, Debitum Network версия 1.0. Также у нас здесь еще команда проекта имеется, вот у нас вот такая обширная. Здесь у нас все специалисты своего дела, которые давно уже, не первый год, работают в отрасли криптовалют и инвестирования.
Также данный проект у нас имеет свою техническую документацию, так называемую white paper, которая у нас полностью все расписывает, а сам проект конкретно. White paper довольно-таки объемный, состоит из 88 листов. Здесь у нас полностью рассказывается, каким же образом функционирует сама платформа, ее особенности, какие преимущества получат владельцы токенов DEP и многое другое. Все ответы на свои вопросы вы можете найти в данной технической документации. Также у данного проекта присутствует своя веточка на форуме Bitcoin Talk, это официальная ветка. Здесь у нас присутствует краткое описание проекта. Также здесь вы можете ознакомиться с отзывами пользователей, которые уже непосредственно принимают участие в данном проекте. Также у нас еще присутствует баунти веточка на форуме Bitcoin Talk, где можете зайти и принять участие в баунти компании данного проекта и получить свои токены DEP. Баунти компания у нас представлена такими видами баунти. Это у нас подписная компания, YouTube блог, пост артикл компания, Twitter компания, Facebook компания и Telegram компания. В принципе, обширный список баунти, из которых вы можете выбрать баунти по душе и непосредственно получить свои токены DEP. Что можно сказать? Данного проекта уже идет токен сейл, который подходит к концу. Хардкапом данного проекта у нас является 20 тысяч эфириума, и на данный момент уже собрано 17 тысяч эфириума. В данный момент вы можете приобрести токены DEP и получить 15% скидку. Для того, чтобы принять участие в токен сейле, вам необходимо нажать на кнопочку Join Token Sale, точнее, и после этого уже пойти по дальнейшим инструкциям. В принципе, что могу сказать, проект довольно-таки интересный, и судя по собранным средствам, имеет свою аудиторию и дальнейшие планы на развитие. В принципе, если у вас возникнет желание сделать данный проект, помните, ребятки, все ваши инвестиции на ваш страх и риск. Также, если у вас возникнет вопрос относительно данного проекта, вы можете задать мне под этим видео, и с удовольствием на них отвечу. На этом все, ребятки, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч!